Ну что ж, дорогие друзья, вчера были выборы 21 апреля 2019. Сегодня уже 22 апреля. И как нам обещали, мы начинаем жить по-новому. Только неизвестно, лучше или хуже, но по-новому. Дорогие друзья, все-таки правильные поговорки раньше были придуманы. Аппетит приходит во время еды. И вот он пришел. Слушай, а он еще присягу не принял? Еще голоса не посчитали? А мы уже живем по-новому. Что это у тебя сок нападало? Да это рассол, да. Весь выцедил. Да. Это все, что у них было, весь ресторан. Да. Ну что, нам Бог послал кусочек сыра? Да, а это остатки я вчера на кофейной гуще гадал. Нагадал? Нагадал. Нагадай тебе счастье до целый год. Накукуй тебе. Слушай, вкусно выглядит. А на вкус как? Да это все бутафория. А, бутафория. Все пластмассовое? Да, все пластмассовое. Скрипит на зубах. Слушай, какой-то ты неправильный украинский пенсионер. Да? Нормальные украинские пенсионеры ездят в Вену на чашечку кофе. Да. Нормально. Что тебя в Дубай-то занесло? Украинские пенсионеры кушают манную кашку, разбавленную, сваренную не на молоке, а на воде. Ты чего не в Вене, а? Виден тебя ждет. Виден подождет. Единственное, что из нового — проблемы с хлебом. Час искали хлеб, ну, нашли кусочек, да. Все. Хлеба нет. Кто не работает, ну вы сами знаете. Ты мясо не ешь, ты хлеб ешь, побольше, побольше. Ну что, друзья, приятного аппетита. Смачного, он же Гога. Спасибо, дорогие друзья. И чтобы в каждой украинской хате стоял вот такой вот завтрак. Чтоб стоял у каждой хаты. Арбузы тоже пластмассовые? Наколоты? Пестицидами.